Всем привет, всем привет! Меня зовут Костя Павлов, и это моя новая рубрика «Дорогой Али». Думаю, пояснять суть этой рубрики не нужно. Вы и так все понимаете. А вот почему я под одеялом, нужно пояснить. Это новый формат, который я сам придумал, чтобы всегда был эффект неожиданности. То есть я сейчас под одеялом, но вы не знаете, где именно. А на самом деле я... Единственное место, которое мы смогли найти без ветра, это вот тут, к сожалению. Поэтому не так все красиво. Но нам-то какая разница? Нам главное посмотреть, что у нас внутри этого дорогого Али. Я понял, что это серьезно, блин. Это вообще офигенно, смотрите. Но все как обычно, коробочка у нас покоцанная. Я уже, честно говоря, даже привык к этому. Orbit Well, довольно-таки все удобно сделали. Блин, мне прям все нравится. Пока что. Ой, это серьезно. Даже позаботьтесь, вон шестигранник положили. Молодцы какие. Как теперь все это делается-то? Вроде как шестигранник дали, но непонятно зачем он. Тут вроде вот все. Чпок, да? Опа. Опа. Так. 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 В принципе, все готово. А как на ней ездить-то? Из-за ветра приходится такой мохнашкой снимать. Смешная, да? Тысячу лет не был на Красной площади. Раньше, когда приезжали сюда по 5 раз в месяц, вообще бывали здесь чуть ли не, блин, не каждый раз. Заняться особо нечем было. Приходили на Красную площадь и просто здесь с Максом тусили. Честно говоря, я думал, что они какие-то электронные, как гироскутер, сами к тебя возят, сами тебя держат, а они какие-то механические, то есть вообще непонятно. Что с этим делать? Я не знаю, что с ним делать. Блин! То есть, короче, за 2500 ты покупаешь себе перелом ноги. Да вообще unreal. Да уж. Ох. Хочешь попробовать? Нет. Я упаду сразу, я чисто ради любопытства. Жопой чую. А, ну, нормально вообще. Изи. Главное, непонятно, что с ним делать. А я знаю, что делать. Но это не точно. Мне кажется, надо ехать на них, но типа боком, вот так стоишь так. Ну, сказать далеко, а вот как сделать? Ну, это уж не ко мне. Попробуй. Давай. А может, это тренажерные ноги, реально просто стоишь, так ноги раздвигаешь и сдвигаешь. Тогда бы было бы 4, чтобы они уравновешены. А есть видео, как надо кататься вообще? По-любому есть, да. Помните, в школе ходили на субботники? Нет, не помните, не ходите? А я вот ходил. И вы не поверите, но мы с блогерами решили устроить субботник. Вот прям уже в эту субботу. Пойдем и почистим парки. Там что-то есть, короче, внутри. Бум! Очень красивый, серьезно. Вот внутри. И еще мне тут дали информацию, что, оказывается, не все москвичи были в ГУМе, оказывается. Представляете? Вот если вы, москвичи, не были в ГУМе... Может, пойдем на второй этаж? Не, нифига. Давай, Серега. Красивые все такие. Мне тут все очень даже ловко. Они вон на небе, как профессионалы гоняют. Хотя это есть, наверное, профессионалы. Похоже на репстик мне тут подсказывает, реально. Блин, я вообще не понимаю. А вот мы сами пытаемся разобраться, как они ездят, и они... Ой-ой-ой. Дружно, стой! Ну, слушай, ну это сложно. Это спортивный снаряд. Ну ты молодец. Короче, вот так нормально. О, это под 5. За 2500 покупаешь устройство, на котором нужно научиться кататься, блин. А у меня нет уверенности, что я хочу на нем учиться кататься.
вообще очень проголодался и предлагаю пойти вместе с нами и перекусить. То есть 29 апреля, уже вот прям в эту субботу, с 10 утра до 2 часов дня, приходите и вы в парк Эрмитаж. Там буду я, там будет Колька Соболев, там будет Тельняшка и Чебураша ТВ. Ждем вас! А если ты не можешь приехать или живешь в другом городе, выходи в ближайший парк у дома и устраивай свой субботник. Обязательно выкладывай фото с хэштегом «На субботник». Самые креативные и обязательно пролайкаю, обещаю. В общем, довольно-таки бесполезное устройство, особенно если вы не собираетесь на нем учиться ездить, вот, и вообще не собираетесь на нем ездить. Поэтому за 2500, я считаю, оно того не стоит. Не покупайте. Ну а если вам нравится такой вот формат, обязательно ставьте большие пальцы вверх. Посмотрим, сколько у вас таких. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. С вами был Костя Павлов. Всем пока!